Всем здорово, ребят. Ну что у нас, немочки, судя по превьюшке, вы зашли сюда охренеть точно так же, как и я. Мы сейчас с вами охренеем. Я покажу, расскажу, как можно охренеть на немецком сервере. Думаю, вы уже и так его предостаточно видели у меня на аккаунте. И на видосах, и на аккаунте на немецком. Здесь реально топовые плюхи дают и топовые ништяки для без доната. Так, окей, поехали. Чекнем, что сегодня у нас по акциям. Вуаля! Целый бард. Можно сразу же, это единственный сервер, где, я не знаю, ну, с тех, которые я смотрю. Напишите, может, где-то еще есть такая тема. Единственный сервер, где есть целый бард, ну, с тех, которые я видел, который уже давным-давно здесь. В принципе, это донатная акция. Тоже донатная акция. Пакеты. Ребят, пакеты на немке. Опять заходим и просто охреневаем. Ну, тут, думаю, без комментариев. Немка и Тайвань на сегодня самые топовые по этим акциям. Вот смотрите. Нифига себе. Разве тут был бард в прошлый раз? Просто топчик. Как по мне, реально. И печеньки, и все, что хочешь есть. Но суть не в этом. Так, тут у нас ничего нету. Сейчас я вам покажу, как же везет. Или, наверное, так. Чтобы так везло всем без доната. Вообще, ну даже всем. Донатом, без донатом. Думаю, любой бы хотел оказаться на его месте. Мне, я вам показывал, рассказывал в видосе, что есть люди, которые вытаскивают зефиров на... Так, что-то он меня просит. Ни хрена себе, вы что? Места добавить. Это жирно для нас. Вытаскивают на немецком сервере топовых героев. Сейчас я вам покажу этот аккаунт. Единственное, я посмотрю, что тут у нас по плюшкам. Ну, за один самик, ребят. За один самик. Ну а почему нет? 50, 30. Хоть как-то, но все равно плюс. Ну, мне нравится. Вот реально, немка нравится. Сейчас глянем, что тут еще, и пойдем на второй аккаунт. Я вам покажу, каким образом. Он мне даже скинул картинку. Он заскринил. То есть это реально факт. Многие не верят. Нифига себе, вот это удача, ребят. Но это был не этот герой, которого я хотел вам показать. И аккаунт. Поехали. Поехали. Охреневать вместе. Я сейчас даже загружу. Так, где там? Добавить источник, изображение. Я вам, ребята, покажу то, от чего многие охренеют. Ну, такое бывает реально один раз на 1000 лет. И то не на русском сервере. Вуаля, окей. Вот так вот, ребятушки. Как вам вот такая вот темка? Нормально? 157 самов. Так, что-то она не там, где надо. Сделаем вот так. Вот таким вот образом. Многие спрашивали и не верили. Но у без донатов на немке я показывал вам фонтан, где можно собрать эти камешки за один день.
Я у себя 28 штук собрал, можно было бы 30, я просто что-то втыканул. То есть три попытки есть, и вот парню реально повезло. То есть ему реально подфартило. Ну, я не знаю, желаю всем такой удачи и поздравляю его, это нереально просто круто. Достал Зефира. Ребят, Зефира, не Огника. Да даже Огника, блин, достать, это вообще круто. А он достал Зефира именно вот с этой акции, где за найм героев. Я вам ее показывал, она здесь раз в неделю проходит. И возможность у без доната очень-очень хорошая, благодаря тому, что дают камешки. Вот так вот. Поехали. Вот этот аккаунт. Смотрите, показываю. Донат 10800. Ну, он немножко донатит, но даже шапки нету. Но он собрал. И собрал за одну тычку. Вот так вот. Просто кайф. Это реально. Это немецкий сервер. Кстати, русская гильдия. Тирания. Тирания и Тирания. Кидайте заявочки, вступайте. Связь через ВК Rockstar. Атака фортов. 13-14 МСК БГ актив. В общем, вот так вот, ребят. Без доната, по сути. На халяву. Реально получил. И вот это реально радует, то, что на немецком, хоть на немецком сервере, хоть есть какой-то шанс. Посмотрите, вот сейчас посмотрим его героя на немке, и вы сравните своими героями на русском. Роза донатная есть. Зефир есть. Огник есть. Не хватает у него Родриги. Ну, то есть, как видите, тут героев особо нет. Но те герои, которые нужны, у него уже есть. Сейчас мы посмотрим их прокачки. Вот, пожалуйста. Бездонатный, по сути, аккаунт, но уже есть. У Розу здесь собрать, мне интересно больше посмотреть на осколки. 10, 14. Осколки Зефира. 107 еще в запасе. Это он, наверное, его собирал с акции, я не знаю, где он, или с этих. Но это просто пипец, ребят. А, он не может этих пройти. Странно, сейчас глянем. Тут, наверное, они просто неубиваемые, или у него... У него всех всего тима посливали. Но он, наверное, не пользовался тем, что я показывал. И шансов, как видите, у него тут. Это максимальный, кстати, левел. Один осколок Мэри. Вот так вот. Наверное, я не знаю, скорее всего, что первый левел. В общем, вот такие вот дела, ребятушки. Блин, честно говоря, я в шоке. То, что на немке раздают вот таким вот образом героев. И реально это радует. Ну, на русском сервере, конечно, как обычно, там ничего не стоит. Ни на что не стоит надеяться. Но это русский сервер. А это немка, которая на сегодня одна из топовых для бездоната. Да и для доната, то есть тут есть акции, какие хочешь, все, что надо тебе есть. В принципе, мне даже если брать донат по донату, реально этот сервер сегодня намного круче. Пожалуйста, захотел, да, накопил 1100, но получил 5 сундуков, с них получил карты, плюшки, дальше открыл и так дальше. Надо там на прокачку, накопил, купил. Раз в неделю это идет, больше накопил, по чуть-чуть, постепенно можешь качать. В общем, нету проблем. Вот так вот. Вот это вот реально на сегодня один из таких самых топовых сервачков. Ну, в принципе, я вам показал то, о чем говорил, потому что многие не верили. Можно это сделать, нельзя. Но вот вам явное доказательство того, что можно, вот реально можно словить
вот этого героя, но только единственное, жалко, что на немецком сервере. Хотелось бы этого, конечно, на всех серваках. Но, как вы знаете, на каждом сервере, как говорят, свои локализаторы, политика разная, все дела, но почему-то на немке сегодня самое все топовое. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.